Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Итак, будет очередная распаковка посылок с сайта AliExpress. Все ссылочки на товары будут внизу и в закрепленном комментарии. Первая посылочка пришла в большой коробочке, правда запакованная она не очень, как вы видите. Пошел такой пожеванный пакет, будто бы на нем кто-то покатался. Ну, надеюсь, товар, который внутри, будет целым и нормальный. Итак, посмотрим. Это кухонные весы. Цену вы видите вверху, $17. Запакованные вроде бы в пупырочках, вроде бы все целое, в отличие от коробки. Это внизу такая подставочка, металлический такой корпус, есть циферблат. Сейчас посмотрим, какие сюда батареечки. Батареечки сюда мизинчики двое ставятся, но батареек в комплекте нет. Ну, понятно, кто их сюда положит. И вот такая чаша на 5 литров. Внизу такая инструкция, где описано все, что нужно. И такая чаша на 5 литров. Ну, это пластиковая подставка, чтобы не попортилась чаша. Ну, чаша, как вы видим, тоже целая. Все нормально. Пришло аккуратно. Вот чаша. Здесь можно для кухни использовать, взвешивать разные продукты, разные крупы, ну и так далее. Незаменимый помощник на кухне, отличный вариант. Сейчас мы посмотрим, включаются ли весы или нет. Поставим две батареечки. Так, сюда. Одну и ставим вторую батарейку. Так, весы включились, табло светится. Здесь можно выставлять граммы, килограммы, ну и другие. Вот видите, это вес тарелочки 158 грамм, нужно сбросить на 0 и потом взвешивать разные продукты и так далее. Ну а мы открываем следующую посылочку, которая у нас стоит $7. Что у нас такое пришло? А это у нас аэропульт. Это отличное дополнение к Android, к телевизорам, к Smart TV, к Android приставкам разным, ну и другим. Это воздушная мышка AeroPod. Внутри идет такой Bluetooth адаптер, который нужно вставлять в USB разъем и использовать пульт как мышка. Здесь есть и голосовой помощник от Google. Ну, вообще это хороший вариант. Вот, подключили мы к телевизору. У меня телевизор с поддержкой Android TV. Smart TV ставим вот эту флешку в USB разъем. Ну, такой USB адаптер. И посмотрим, как эта мышка работает. Так, поставили. Подключается довольно быстро. Сейчас мы посмотрим. Вот, видите, и уже бегает вот такой мышкой, можно переключать, выбирать свое меню. Неплохой вариант за такие деньги, отличное дополнение, потому что много Android приставок идут без таких мышек. Можно включать YouTube. Также есть вот голосовой помощник и, например, сказать что-нибудь, чтобы найти. Здесь встроенный микрофон. И вот видите, попробуйте вы выполнить поиск по запросу и говорите там боевики, там фильмы, и вот он ищет поиски и находит, и можно смотреть. Здесь есть много разных кнопок меню, стрелочки вверх-вниз, ну, много очень, включение-выключение. Неплохой пультик, так что его могу посоветовать. Кто такое ищет устройство, ссылочка на него тоже будет внизу, посмотрите. Могу посоветовать, отличный вариантик. Ну а мы перейдем к следующей посылочке. Следующая посылочка у нас такой ценой $1.20, как мы видим, хорошо упакованная. Вот это любимая китайская упаковочная штучка. Внутри у нас
такие защитные очки. Такие прорезиненные, пластик, недорогая цена, отличный вариант для работы или для скашивания травы, чтобы стримера, когда косить, не попадала вот трава в глаза, можно надевать. Или для работ каких-то строительных. Здесь видите, прорезинованные, и для носа здесь такая резиночка стоит, так что удобно они сидят. Я уже на себя надевал, испытывал. Отлично они сидят, нигде не жмут, так что неплохой вариант. Все это можно заказывать, тоже ссылочка на этот товар будет внизу. А мы сейчас переходим к следующей посылочке. Это у нас такой набор, это трафареты для кофе. Цена 93 цента. Цента это за 16 штук, за весь набор. Вот посмотрите, такие они идут в наборе. Ну, тоже хороший вариант. Пластик, кто любит кофе, делать вот красивыми рисунками. Можно, вот видите, какие варианты есть. Такое солнце. Ложить так на чашечку, и можно посыпать тертым шоколадом, корицей, и получается очень красивый рисунок. Вот такая надпись на День Валентина. Можно готовить кофе. Кофейные зернышки. Это что такое? Тоже такой значок. Луна или что это такое? Вот панда. Всеми любимая китайская панда. Китайцы любят панды. Такой бантик. На каждый день можно разные, вот I love you. На каждый день можно использовать разные рисунки, сделать прекрасное утро с красивым рисунком с кофе. Сердечко. Так, месяц и луна. Вот еще чашечка кофе. Так, елочка новогодняя такая. На Новый год тоже, видите, даже на разные времена года, там на Новый год, на День Валентина, там весенний, вот видите, листочек такой кленовый, вот, что у нас еще, такой смайлик. Вариантов, кстати, этих трафаретов очень много, если поискать, но на это, где я брал, тоже на этого продавца оставлю ссылочку, там тоже у него всякие варианты есть, ну вообще... недорого, неплохой вариантик. Вот такие у нас трафаретки. Ну вот и все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайк видео. Если есть возможность, поделитесь этим видео в своих соцсетях. И до новых встреч. Идет очень много посылок и намного интереснее, чем были в этом видео. Всем пока и до новых встреч.